У нас очень много населенных пунктов, где проживают чувасы. Это очень трудолюбивые, очень такие целеустремленные люди. И я считаю, что и сама республика сегодня показывает хорошую динамику. Мы еще должны догонять вот эти решения, которые уже здесь реализованы. Поэтому много интересных направлений счастья, оптимизации, модернизации, работы с сельским населением, государственного устройства. То есть Чувашия, она имеет свои конкурентные преимущества, поэтому здесь работают такие люди, которые очень трудолюбивые, профессионалы.